Привет! Мы на канале Wild Pop Music, и сегодня у нас на разборе песня американской рок-группы Shinedown 45 или 45. Песня стала самым популярным синглом платинового альбома 2003 года под названием Life a Whisper. Песня в принципе несложная, и мы в основном выучим ритмичную часть. Сольная часть совсем простая и играется натуральными флажолетами. И как всегда, мы начинаем по порядку, со вступления. Уже является частью куплета. Итак, начинаем с открытой шестой струны.
Потом средний палец на втором ладу четвертой струны и открытая третья струна. Далее переставляем средний палец на второй лад шестой струны, открытая четвертая струна и указательный на второй третьей струны. Теперь ставим безымянный на третий лад шестой струны и играем открытую четвертую и третью струну. Ставим средний палец на третий лад пятой струны. Четвертая и третья струна у нас остается открытой и играем два раза. Далее средний палец у нас остается на месте, а безымянный зажимает четвертый лад на четвертой струне. В конце мы играем также третий лад, но заканчиваем открытыми третью и вторую струну. Вторая часть начинается так же. Дальше у нас хаммер на второй лад и срыв открытой струны. Потом безымянный палец на четвертый лад четвертой струны и открытая. Играем от третьего лада пятой струны, как и в первой части. Дальше оставляем средний палец на третьем ладу, ставим безымянный на четвертый лад и указательный на третий лад второй струны. В третьей части у нас в начале не второй лад, а четвертый на четвертой струне. Четвертая часть играется как и вторая, только после четвертого лада мы играем третью открытую струну, а в конце не доигрываем две ноты. Припеве мы играем обычными аккордами. Первый аккорд у нас ля минор. Потом добавляем мизинцем второй лад на первой струне. Затем переходим на ми минор и также добавляем к нему второй лад на первой. Третья часть играется так же, как и первая.
четвертой части мы переходим на перегруз и играем квинтами. Ставим указательный палец на третий лад шестой струны, а безымянный на пятый лад пятой струны. После первого удара мы приглушаем струны правой рукой. Затем мы передвигаем нашу позицию на полтона ниже. И заканчиваем двумя нотами. У нас всего две части, которые будут отличаться только концовкой. Первый аккорд у нас в форме ми. Далее пауэр-аккорд от ре. Мы зажимаем указательным пятый лад на шестой струне и пятой струне, а безымянным и мизинцем седьмой лад на четвертой и третьей струне. Потом спускаемся на тон ниже к до. И играем переходные две ноты. Во второй части почти все так же, только заканчиваем квинтой от ля или открытой пятой струны. Второй куплет играется как и первый, только в первой части мы играем натуральный флажолет в конце. Припеве. В первой части у нас немного отличается ритмический рисунок от первого. Вторая и третья часть без изменений. В конце мы играем квинт-аккорд не 4 раза, а 7 раз. Staring down the barrel of a 45, swimming through the ashes of another life. No real reason to accept the way things have changed.
припев играется, как и первый. Куплет у нас будет оригинальным и почти не похож на первый и второй. Начинаем с трех ударов пауэр-аккорда. Указательным пальцем мы зажимаем третий лад на шестой и пятой струне, а безымянный ставим на пятый лад четвертой струны. Дальше ударяем по нему же и на пол лада скользим назад. После паузы мы повторяем. Теперь вместо паузы мы играем заглушенные квинты от шестой струны. И снова повторяем пауэр-аккорды. Вторая часть у нас будет немного похожая на первый куплет. Ставим средний палец на второй лад пятой струны, а безымянный под ним на том же ладу. Потом переставляем средний на второй лад шестой струны, а безымянный на второй лад третий. Дальше ставим безымянный на третий лад. И делаем точку на третьем ладу пятой струны. Потом повторяем ми минор. И следующая позиция без безымянного пальца. И заканчиваем знакомым нам уже пауэр-аккордом и двумя переходными нотами. В финале у нас 6 частей, и все аккорды нам уже знакомы, тут всего лишь нужно запомнить последовательность. В первой части мы играем без двух переходных нот в конце, вторую и третью часть повторяют четвертая и пятая, а в последней мы завершаем на квинте от пятой струны. Отличная песня. Хоть она и простая, но мне очень понравилась. И если она вам тоже зашла, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые разборы.
Всем пока!